Всем огромный привет! Спасибо, что сегодня заглянули ко мне на кухню. Давайте приготовим очень вкусный, простой в приготовлении салат. Такой салат в последнее время я готовлю очень часто. И моя талия говорит мне спасибо. Кто сидит на правильном питании, обратите внимание на этот салатик. Продукты для его приготовления не составит труда купить в магазине, а может быть, они даже есть в вашем холодильнике. У меня здесь микс салата, я его помыла. Здесь у меня руккола, листья свеклы, листья салата мангольд. Я его красиво сразу вот так выкладываю уже на тарелку, на которой буду оформлять сам салатик. Также в моем миксе присутствуют листья мини-шпината, что тоже очень вкусно и полезно. Раскладываем вот так красиво на уже тарелочку. Сверху на листья салата нарезаю запеченную свеклу. Так гораздо полезнее. Я ее запекаю в духовке. Она так менее водянистая и очень вкусная получается. Режу небольшим кубиком и в произвольной форме раскладываю по листьям салата. И вот так вот в произвольной форме добавляем. Дальше я нарезаю кусочки консервированного ананаса. Тоже нарезайте в произвольной форме. Распределяю по салату. Далее беру сыр. У меня это моцарелла. Можно заменить брынзой, можно заменить сыром фетой. Смотрите по своему усмотрению. В принципе, хорошо и так, и так. Я уже пробовала и с брынзой, и с фетой. Нарезаю тоже маленькие шарики моцареллы на 4 части. И в произвольной форме тоже раскладываем сверху на салат. Особую пикантность нашему салату придаст заправка. Для этого я смешиваю в равной пропорции сок лимона и оливковое масло. По вкусу можно добавить сухой чеснок, черный молотый перец и, конечно же, соль. Заправку хорошо перемешиваем до однородности. Обязательно попробуйте. Если не хватает сока лимона, добавьте. Мне в заправке не хватает что-то сладенького, поэтому я добавляю мед. Совсем чуть-чуть, половину чайной ложечки. Можно добавить сахар. Все так же хорошо перемешиваю до растворения меда. Данной заправкой поливаю салат. Сверху добавляю бальзамический соус по вкусу. Он придаст особую пикантность. И, конечно же, свежие листики кинзы. Я их даже не рву, не режу, а вот так вот просто укладываю в хаотичном порядке на салат. Если вы кинзу не любите, смело замените на петрушку. Либо свежий вкусный базилик. Салат полностью готов. Получается вот такой он праздничный и красивый. Посмотрите. Ну, как в ресторане, правда? Только гораздо и гораздо дешевле. Попробуйте приготовить такой салат у себя дома. Италия скажет вам спасибо. Кому понравился рецепт, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, не пропускайте новые интересные простые рецепты. Всем огромное спасибо, до свидания и пока!